Фонд малых предприятий дает одноразовую помощь орегонским бизнесам, не имеющим права на участие в федеральных программах помощи. Для участия коммерческий бизнес должен принадлежать владельцу ITIN или подобного статуса, управляться в Орегоне, не получать федеральные средства от программы защиты зарплаты, иметь сниженный оборот с 1 февраля 2020 года из-за воздействия ковида, быть активным и планировать оставаться открытым. Узнайте больше. Звоните по телефону 1-888-274-7292 или посетите сайт www.workerrelief.org.